Привет, друзья! Представляете, какое у меня несчастье? Вообще, вчера вешала гирлянду полночи. И, короче, даже нет, не вчера, позавчера вешала гирлянду на окно. Повесила все. Она у меня горела позавчера, все нормально. Вот. А вчера пришла с работы, ее включила, она мигнула один раз, и все. И выключилась, и не работает. И теперь непонятно, то есть это гирлянда сломалась или дело в удлинителе. Короче, я этот вопрос буду решать. Посмотрим, в чем проблема. Может быть, дело в удлинителе, он сгорел. Может быть, гирлянда сгорела. В общем, я не знаю, теперь осталась без гирлянды, но придется покупать новую, современную, с шариками, такими круглыми лампочками. И, кстати, хотела вам показать, пересадила своих дружков в новые горшочки из фикса. Вот эта штука желтая, это Алискина миска была, на нее упала кастрюля, и она треснула на две части. Как-то, знаете, жалко было выбрасывать, и вот я приспособила, потому что горшочки эти продавались без блюдечек, без донышек. Вот, а просто так ставить, там дырка внизу, ну, вода будет вытекать. А что-то такое, знаете, по размеру я так и не нашла дома, поэтому подобрала, решила вот эти пока использовать, потом, может быть, что-то другое приспособлю. Вот, и вот такой цветочек пересадила. Видите, он пока нормально себя чувствует, прям ему нравится. И вот этих крокодильчиков пересадила, им не нравилось в старом горшке. Вот, посадила в новый, пока жду, потому что они были пересохшие и какие-то странные, странно себя чувствовали. В общем, пока жду, что будет, как они среагируют. Пока вроде все в порядке. Вот, соответственно, еще вот этих хочу пересадить, но это, наверное, весной. Тоже в фиксе куплю горшочек новый. Вот этот тоже пересажу. Как-то вот мне черные горшки вообще не нравятся. Вот эти они хоть и голубые, но они фон получается голубой у них, а рисунок белый. Все-таки они смотрятся как беленькие. Вот, знаете, как-то я с годами поняла, что белый цвет рулит. Так что вот этот язык, наверное, тоже надо пересадить. А я не знаю точно их названий. Можете кидать в меня тухлые яйца, но мне, по сути, не важно название цветка. Мне главное, чтобы он мне нравился и чтобы ему у меня было комфортно. Так вот, вот этот язык, наверное, тоже буду пересаживать, потому что он был один, потом он разделился на две части, сейчас уже третий отросток появился, так что надо будет пересадить. А вот этот вот мне сказали, что он называется Рео или Рио или Рео, по-моему. В общем, он мне надоел. У него такие красные листья внизу. Не знаю, куда его деть, кто какие идеи выбросить. Как-то жалко, все-таки я его так много сил потратила, чтобы его добыть, но мне просто ну, как-то, знаете, тяжко от того, что его надо постоянно отрезать, заново укоренять и заново сажать, потому что он вытягивается. И еще минус в том, что его грызет Алиска, то есть, видите, лист погрызанный, это ее кошачьи зубы. Вот, так что тоже это как бы я не знаю из-за чего, он ей нравится, вот она у меня тут погрызла все листья, как видите. Вот, в общем, не знаю. Ну и еще тут вот в нем стоит, тоже надо посадить. Вот цветочек. Так, куда я вам показываю? Вот цветочек. Тоже в этой же банке надо его посадить. В общем, тоже горшочек. Думаю, фикси купить. Такого же плана, только покрупнее. Не знаю, есть ли там вообще горшки покрупнее. Вот, в общем, вот так вот. Наконец-то начали топить. Нормально, тут жара, просто я стою возле батареи, невозможно. Так что пойдемте дальше. Буду показывать вам новости.
things we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Mm-hmm.